Здравствуйте! Сегодня для вас ветровки Канада, женские. Первый это у нас ветровка в спортивном стиле, чемпион. Такая в ретро-стиле, объемные рукава. Бомбер в цвете хаки в размере L. Так, косуха под искусственную замшу, очень красивый оттенок, в размере M. Джинсовка, обычный классический синий цвет, в размере M. Еще одна джинсовка в более светлом оттенке, с некоторыми потертостями, в размере XS. Вельветовая ветровка с бархатным воротником в размере L. Интересный такой экземпляр. Это такая плотная джинса пропитанная и вставка из шерсти, такая шерстная вставка. Она тут закрепляется на пуговицу. Смотрится очень интересно. Поэтому на видео может быть не так, но в жизни сразу же привлечет внимание. Еще одна джинсовка, но уже в размере L. Ветровка черная, тоже в стиле джинсовка, размере L. Ветровка дождевик с капюшоном, с этикеткой даже, в размере L. Джинсовка в стиле жакета на пуговках в размере XL. Куртка флиска в размере S на молнии. Стеганая ветровка на пуговках в размере L. Такое полупальто из очень приятной ткани в размере S. Ветровка в размере, наверное, LXL. Затягиваются рукава. Большие карманы. Такая она интересная. В размере, как я уже повторюсь, LXL. Кожаная куртка с трикотажными вставками в размере M. Ветровка хлопковая на кулиске. В размере ML. Такое, как сказать, тоже ветровка, как такой полуплащ в размере L. Ветровка хлопковая на молнии в размере XL. Кожаная куртка под кожу в размере со стойкой на молнии в размере L. Куртка-ветровка с капюшоном. Капюшон отстегивается в размере S. На этом все. Все подробности читайте под описанием к этому видео.